Переносимся мы в центр города, на стадион Шинник, где в рамках уже получается 17-го тура будем с вами смотреть встречу местных медведей против барсов. Как вы догадались, Ярославль, Владикавказ, Шинник, Алания. Матч один из, наверное, из центральных 17-го тура, несмотря на то, что команды находятся на разных позициях турнирной таблицы после 16 игр. Матч начался. Поехали. 0-0 в Ярославле. Стартовые секунды этого поединка. Посмотрим, кто больше приспособится к этому газону. Неприятная ситуация. Так что им нужно, конечно, повнимательнее и встречать. Смотри, какой разрыв, да? Потерялась где-то полузащита. Сейчас три игрока в красно-желтой форме. Опасный момент. Подбирается мяч. Будет удар поворота. Дос мне выручает сейчас свою команду. Просто сумасшедший момент. Да, момент сумасшедший. Хорошая передача. Андреев включится. Есть свободная зона. Коридор. Делать передачу или будет бить? Нет, Андрей бьет, и мяч попадает в перекладину вторым темпом, и счет открыт 1-0. Рубцов? Василий Олейников. А кто забил? Василий Олейников, 38-й. А, все, мне просто отсюда не очень-то видно, но, ты знаешь, ну вот тут Андреев просто шикарен был, да? Он и пробросил себе мяч дальше на ход, и не потерял скорости. Ну, а касаемо ярославского Шинника, в начале буквально неприступная крепость. Была Ярославль, какой же чудо-гол! Да это требует наших аплодисментов, это просто невероятно! Ну и сам, поднимая руки кверху, празднует этот забитый мяч Сослан. Ну, я там слышу громкий подсказ со скамейки опять. Запасных удар поворотом. Но вот уже и Дмитрий Самойлов на правах капитана. Капитана сместился уже в район туда, вратарский. И, второй раз. Да? Евгебянин делает передачу в центр. Смотри, как разыгрывают Владикавказ. Положение вне игры. Положение вне игры. А здесь здорово, да. Засеев вернул мяч своему одноклубнику. Мяч, конечно же, побывал в воротах. Шуков, что ли, опять да, забил? Да, давай посмотрим. Но Руслана все-таки будем называть Дауров. Ударение на «да», чтобы он не обижался на нас, на комментаторов. И роды близкие, которые смотрят это чудо-мяч. Самойлов, боже ты мой, 40 метров со смещением, и мяч залетает в дальний угол Ростислава Солдатенко. Ну, не ожидал кипер этого мяча, ну и вряд ли Дмитрий Самойлов тоже ожидал, что удар будет таким точным. Это гол тура в Ярославле, без сомнения. Врывается в штрафную площадь, посмотрим, что здесь, кого он обыграет, но нет. Нужно было наверняка раньше отдавать пас, а здесь скатился на то, что три игрока, дальний удар, и Солдатенко перед собой. Здесь уже Зинков отважился, еще один удар. Самойлов стал бить за предел штрафной площади. Ну, идет у него, что называется, проще говоря, прет у Дмитрия на дальние удары. Очень активно просто. Ну, это всегда, это традиционно, когда играет кто-то на ближней бровке, ему больше всех достанет. Вот он опасный. Штрафной, если нет, здесь желтой карточки точно не будет, здесь арбитр... Смотрим, удар, в исполнении ближнюю девятку, мяч летает в ворота, 2-2, Батрас Гурцев, да что же за самбо здесь у нас в Ярославле, классный матч, 4 мяча за только первый тайм. Да, просто волшебное исполнение штрафного удара. Как тут не выстраивались в стенку футболисты. Аланя уйдет ли в раздевалочку? Удар! Кучао! Перекладина! Да что же у нас здесь творится сегодня? Гурцев, номер 7, с левой ноги бил поворотом Александр Добня. Тут был опять отыгран и... Пошла передача на левую бровку, подача в штрафную площадь. Удар! Да, неплохо. Василий... Нет, Рубцов, да. Именно его голова, и опять мячом ярославцы. Заход номер 2, Велиахметов низом. Но нарушение правил, наверное, в атаке. Нет, продолжается встреча. Самойлов, удар низом, и что ты делаешь? Капитан ярославского Шинника оформляет дубль. 3-2 в Ярославле. Медведь пока цепляется за холку барса. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что медведь просто договорился с пчелами и кидается ими. Приводит это к сбою. Не знаю, сколько хватит времени у Алании, но попытаться сравнять этот счет, да. Пенальти. Емельянов коснулся, похоже, мяча лежа и без шансов. А счет 3-3 становится. Алания сравнивает счет. Матч «Огонь» в Ярославле продолжается и останется наверняка еще пару минут. Смотрим на дальнюю штангу. Удар! Рикошет! Что здесь было? Зинков!
Рубцов! Да, это просто сумасшедший навал! Удар! И Ярославцев! Что здесь было? Главное сейчас вот без киксов, без неточных передач. Рука на рука, рука на руке и финальный свисток. Ух, эмоции у нас переполняет. Команды выдали просто невероятные по зрелищности, наверное, поединок.